Привет, мои дорогие! Продолжаю рассказывать вам об арканах персонального года. На очереди у нас Луна, 18-е Таро, Аркан Таро. И это потрясающая энергия. Очень часто люди, у которых есть в матрице 18-й Аркан, это очень загадочные и очень интересные люди, которые мечтают и получают и реализовывают все, что они хотят. И вот именно такие энергии к нам приходят, и не воспользоваться — это большой грех. Вот видите, здесь даже вот такая вот красивая луна, собачка, тут волк и тропинка, и болото с раком. Ну что ж, давайте я вам расскажу, какие все-таки к нам энергии пришли. Если мы правильно проработали 17-й аркан вашего персонального года, где мы настроили много-много планов, мы построили очень много интересных вещей, мы уже начали их реализовывать потихонечку. То есть 18-й аркан – это такой, знаете, мистический, можно даже сказать, аркан, который позволяет нам реализовывать все наши мечты. Вот почему здесь, как бы, знаете, вот двояко. Этот аркан энергии этого года, они нас немножечко провоцируют. Какая тут провокация? Да очень просто. Ведь мечты бывают разные, это раз. И во-вторых, бывают очень сильные страхи. Страх, что-то не получится, страх нереализованности и много-много-много-много всего. И именно эти страхи тоже могут реализоваться, как хорошие, как позитивные. То есть, если есть желание реализовать, я могу, я хочу, у меня все получится. То есть, позитив и негатив. Почему? Потому что Луна может быть как светлая, так и темная луна. И вот в какой луне вы примкнете, это будет только как бы ваше участие к этому. Воплотить все желания, доверять своим ощущениям. Вот эта работа с интуицией. В этот год очень хорошо развивать свою интуицию, и как бы луна вам в помощь, потому что луна, вы будете ощущать вот эти вот этапы полнолуния, лунное затмение, убывающая луна, пребывающая луна, вот эти вот приливы, отливы. Это все в этот год будет очень актуально, особенно вот люди, те, которые очень с тонкой душевной организацией, вот, им это все будет подвластно. В этот год нужно взять ответственность за свою, за самого себя, за свою жизнь, за свои проекты и их просто реализовывать. И работать надо очень много. Ну, то есть нужно действительно вылезти из... Если вы в 17-м году не смогли как бы себя реализовать, то 18-й год вам помощь. Пожалуйста, вылазите из своего болота, из своих темных углов. Вот прекратите бояться и действовать. Действовать нужно. Вот ведь недаром на этой карте нарисован как бы рак, который пятится назад. Вот не надо идти, нужно вперед, не обращать внимания, значит, на своих врагов, и не слушать их даже, да, вот, не обращать на насмешки своих друзей, не верить в вас, ваших друзей, вот, или поклонников. Вот вы знаете, у вас есть цель, вот вы уже приложили, вот, ой, вот вы проложили тропинку и идете по ней целенаправленно, может быть, там какие-то ухабы, кочки и так далее. Вы работаете. Будет провокация, будет провокация лень, депрессия, вы, может быть, неверие в себя. Вот отметаем, мы верим, мы все у нас получается, и все у нас будет хорошо. Значит, очень нужно следить за своими мыслями.
вот что я думаю, потом как я говорю, как я реализовываю себя. Это будет очень важно. Это время для волшебства. Почему? Потому что мысли, они имеют свойство реализовываться. И этот год вам будет очень это актуально показывать. Реализовывать себя нужно. Вот. И, значит, концентрация. Концентрация своего внимания – это равно реализации. То есть на чем концентрируем свое внимание, куда мы свою энергию как бы направляем, вот это и будет у вас реализация. И этот год будет фантастически реализовывать ваши идеи, ваши желания, ваши мечты и так далее. Но опять не забываем, что если вы, например, говорите одно, думаете другое, то, скорее всего, вот то, что вы думаете, оно быстрее реализуется. Вот такие вот у нас энергии. Дальше. Вы можете изменить реальность своей жизни, реально изменить просто. Вот даже вы не мечтаете об этом. Вот, ну, у вас есть цель, у вас есть желание, у вас есть правильный позитивный настрой, вы правильно мыслите и вы меняете. Значит, я бы так сказала, позитивное мышление, успех по жизни. Вот это прям так кратенько. Так как Луна, она связана у нас с водой, извините, поэтому очень хорошо все водные процедуры. Это водное очищение, это плавание, это бассейны, реки, озера, моря, океана. Пожалуйста, чем больше вы находитесь около воды, тем больше вы работаете с водой. Вообще великолепно, великолепно. Ну, так, что я еще не сказала? Что мы можем сделать, как бы, от чего мы можем избавиться в этом году? Это избавление от страхов, от иллюзий, которые у нас могут быть, научиться управлять своими мыслями, значит, и освоить какое-то новое ремесло, потому что это тоже энергия творчества. Вот, новые профессии, все будет у нас замечательно. Вот. И этот год будет давать нам как бы второй шанс все-таки определить свою жизнь, взять ее в свои руки и жить здесь и сейчас. Вот. Что еще хочу сказать? Значит, какие могут быть проблемы? Значит, это может быть мошенничество, это может быть шантаж, это может быть как бы... Вы можете сами себя накручивать. Вот, не нужно. Стоит вам только понять это, сразу освобождайтесь, говорите, все, я вычеркиваю и так далее, и все у вас получится. Значит, категорически не следует обманывать себя и других, потому что чем больше вы обманываете, тем у вас ничего не получается. И быстренько, как всегда, зачитываю минус по данному аркану. Если вы себя узнаете, переходите в плюс, и что там будет? Это будет великая депрессия, черная, негативная, вот, ни к чему не ведущая. Длительное зависание, зацикливание на проблемах, негативном восприятии жизни. Вот так. Нежелание реального мира и контакта с людьми. Это обострение психологических болезней. У кого-то будет, возможно, сдвиг по фазе. Тоже может быть такое. Потом маниакальность, апатия, уход от проблем через алкоголь, наркотики, курение и черную магию. И будут также у многих, не многих, я так думаю, желаю, это желание покинуть этот мир
и опустошение. Вот такие вот у нас энергии приходят. Вот, так что работайте с водой, не опустошайте себя и свою жизнь. А я вам хочу сказать пока-пока. Благодарю за то, что вы меня слушаете. И до новых встреч!